Свой юбилей отметила Славянская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот уже 35 лет организация ведет активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На торжественном мероприятии побывали Надежда Неткачева и Александр Косицын. В октябре 1979 года в Славянске на Кубани образовалась ветеранская организация. Первым ее председателем был герой Советского Союза Андрей Иванович Котелевский. В то время в Славянском районе жили около 5000 ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось не так уж и много – всего 212. Шли годы, менялись руководители. Последним эстафету в 2005 году принял Юрий Бабыренко. Свою работу он считает многогранной, сложной, но почетной. В своей работе председатель Совета ветеранов придерживается двух основных принципов. Никто не забыт, ничто не забыто. И каждому пожилому человеку заботу и внимание. За 35 лет организация ветеранов провела большую военно-патриотическую работу. Благодаря Совету ветеранов стала более активной общественная деятельность участников войны. Славянская ветеранская организация считается одной из самых лучших в Краснодарском крае. За эти годы, за 35 лет, наша организация окрепла организационно, политически, экономически. У нас создано 82 первичных организации, которые объединяют в общей сложности 35 тысяч ветеранов всех категорий. Сегодня, как и 35 лет назад, совет представляют люди, с которых все берут пример, учатся у них опыту и мудрости. Общаясь с людьми старшего поколения, в очередной раз убеждаешься, как ценен для нынешнего поколения их богатый жизненный опыт и мудрость. Поздравить с юбилеем общественную организацию и выразить им слова благодарности пришел глава Славянского района Роман Синеговский. Мы все знаем, насколько важна действенна и активна ветеранская организация в нашем Славянском районе. С уверенностью могу сказать, что между районной властью и советом сложилось тесное и эффективное взаимодействие в решении самых разных вопросов, основанное на помощи и взаимной поддержке. Много теплых слов и поздравлений звучало в этот день со сцены. Большую ветеранскую семью приехали поздравить и председатели других ветеранских организаций Краснодарского края. Ваша организация, дорогие мои, является ведущей организацией в Краснодарском крае. Мы с Юрием Алексеевичем совершенно недавно были в городе Герои Новороссийске, были в Геленджике, были в других ветеранских организациях, где посмотрели, как работают, и поделились опытом. Было чему поучиться Юрия Алексеевича Бабыренко. Почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами наградили в этот день ветеранов Великой Отечественной войны, председателей первичных и базовых ветеранских организаций, комиссии районного совета. В числе награжденных Галина Яковлева, активист ветеранского движения, более 2 лет возглавляет Совет ветеранов Северного округа. Свою работу и работу совета считает неотъемлемой частью своей жизни, очень важной, нужной и необходимой. Конечно, нужен. Он важен, потому что люди, которые уже фактически отработали, которые отслужили, которые воевали, завоевали нам все, что сейчас хорошее, и вдруг мы их оставим одних, а человек один он не может, понимаете, он должен быть в обществе, он должен чувствовать поддержку рядом, с одной стороны и с другой стороны, и знать, что он нужен людям. С особой теплотой гости праздника поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Александровну Малюга. В день рождения Совета ветеранов она отметила свой юбилей. Ей исполнилось 90 лет. Мы благодарны ветераны правительству и нашим администрации, что не забывают о нас, что мы еще в строю. Мы ветераны, мы прошли через очень трудный путь, но мы не остались озлоблены. Мы дарим народу нашему, всем нашим людям добро. Несмотря на свой почтенный возраст, ветераны живут активной жизнью, проводят уроки мужества для школьников, передают свой огромный жизненный опыт подрастающему поколению. Как, например, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Николаевич Заря. В 13 лет в его жизнь вторглась война. Пройдя нелегкий военный путь, Вениамин Николаевич остается удивительно жизнелюбивым, активным, добрым и приветливым человеком. Видел расстрелы, гибель товарищей, похороны. Сам дважды был на грани смерти. Ну вот, выжил. И живу, продолжаю, воспитываю внуков, вернее правнуков, внуки уже большие.
В этот праздничный день для юбиляров прозвучало много музыкальных подарков, слов благодарности за работу, активность и душевную щедрость, пожелания оптимизма и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. С особым трепетом на сцену выходили детские коллективы. Юные жители нашего города знают и чтят историю родного края. И все благодаря им, ветеранам. Вот на такой приятной ноте закончился праздничный концерт. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».